Я вам скажу, ребята, это просто жесть. Это самая натуральная жесть. И вот что вы думаете, 6 банков, из них 5 дают отказ. И вот тут происходит просто дерзкий обман. По-другому я не назову, но я с этим столкнулся впервые. И менеджер другого слона говорит, 100% пытался вас тупо развести. Доношу до вашего сведения, чтобы вы, просмотрев этот видеоролик, знали, как сегодня обстоят дела на рынке, если вы покупаете новый автомобиль в кредит. Друзья, всем привет! Сегодня 26 сентября, и сразу хочу сказать, что в описании к этому видеоролику я оставляю тайм-код на каждую обсуждаемую тему, потому что в начале видеоролика я слегка хочу размазать кашу по тарелке. И чтобы не тратить ваше время, всем, кому интересно, смотрите, на какой минуте о чем пойдет речь. За это ставим Лукас. Значит, несколько дней назад, а именно 21 сентября, я продал свою Mazda 6. И теперь я передвигаюсь пешочком. Сейчас я нахожусь в области, в городе Кашира. Передвигаюсь на Ниссане. Машина, как вы помните, уже теперь отца. Дает покататься. Вчера на работу ездил на велосипеде. С работы ездил на велосипеде. Пару замеров сделал по городу тоже на велосипеде. Нормально передвигается на недлинные расстояния. В этом видеоролике я вам хочу рассказать несколько ситуаций, связанных с покупкой нового автомобиля у официального дилера в кредит. А именно, как людей лапошат, просто есть что рассказать. Далее, я понимаю прекрасно, что не каждый способен сегодня покупать новый автомобиль. Многие смотрят на вторичку, в том числе и я сейчас ищу там Camry 3.5. Я вам скажу, ребята, это просто жесть. Это самая натуральная жесть. Заходишь на Автору, 30 объявлений, казалось бы, столько машин. Разные пробеги, разные состояния, цвет любой можешь выбрать. И каждый автомобиль. Родной пробег, не бит, не крашен, все идеально. Начинаешь проверять машину, бит, крашен. В общем, криминальная история, много что есть. Вот сейчас тупо сидим и ждем, когда вылетит честный вариант, чтобы тут же сорваться и поехать его смотреть и сразу же забирать. В общем, про это мы снимем совсем другую историю. Как только я заберу машину, прям детально вам покажу несколько объявлений, как люди обманывают. То есть, не выходя из дома, сидя за компьютером, сразу можно понять, честный продавец или нечестный. В общем, давайте присядем в автомобиль. На улице сейчас плюс 4, и все вам детально расскажу. Погнали! Но прежде чем мы начнем, хочу начать с конца. Друзья, совсем недавно я рекламировал сайт osago.guru, после чего один из акционеров канала написал в комментариях, зачем делать ОСАГО у какого-то гуру, когда есть проверенные страховые компании. Значит, объясняю. Заходя на этот сайт, подавая заявку, люди отправляют вашу заявку во все страховые известные компании, после чего вы можете выбрать наиболее привлекательную цену для вас. Как вы знаете, цены на ОСАГО, в принципе, фиксированы. Но если вы подаетесь, например, на КАСКО, что они тоже могут сделать, вот там вы сможете выбирать. Все элементарно просто. Не нужно в очередях стоять, не нужно записываться, приезжать, обед, не обед. Сидя в машине, подал, пожалуйста, заявочку. Зайдете на сайт, поэтапно все делаете. Если вам вдруг нужна диагностическая карта, также их партнеры вам смогут помочь. Таким образом, вы отправляете заявку, получаете предварительный расчет. Если вас все устраивает, вы выбираете любой удобный способ оплаты для вас, после чего вам на почту электронную приходит полис. Также он попадает в базу РСА. Все по-честному. Если вдруг кто-то из вас столкнется с тем, что вашего полиса не будет, это проблема в базе данных, звоните мне, вместе будем качать. Далее, получаете вот такой полис, распечатываете его черно-белый, возите его с собой именно для глупых гаишников, которые не понимают, что вот это вот, по сути, бумажка, а не какой-то там полис черно-белый, без печати заверенный и так далее. Но факт в том, что вы его можете показать. Работают они по всей Российской Федерации, включая Крым. Все те, кто приезжают в Россию с точки зрения заработка, вы тоже можете воспользоваться их услугами. Сайт osago.guru, ссылка ждет вас в описании. В ближайшую страховку делайте через них, реально очень удобно. Куплю Камри, сам воспользуюсь их услугами. А теперь мы переходим к первой истории. Значит, ко мне обратился один из наших акционеров и говорит, я хочу купить себе Hyundai Solaris в кредит. И, естественно, понимаю, что где-нибудь меня с этим кредитом добудут. Он заехал к одному из официальных дилеров в Коломне, где его грамотно обработали, менеджер выслушал его, узнал его комфортную цену по платежу. То есть он ему сказал, не более 20 тысяч рублей в месяц хочу платить. Он сделал ему расчет на 3 года с остаточным платежом. Что это значит? 35 месяцев он должен был платить по 16 500 рублей. И на 36 месяц 435 тысяч он еще должен был доплатить. Вот в таком случае суммарно переплата по процентам составляла примерно 250-280 тысяч рублей. Это только за проценты. Раз. После чего он обращается ко мне, мы на бум условно приезжаем к одному из официальных дилеров. Он находился на МКАДе. Называть его не буду, потому что нам он помог, другому человеку он не поможет. Видел сам на YouTube ситуации, где там же были недовольные клиенты. Суть в следующем.
Заходим с ним в салон, встречают менеджера, один узнает, говорит, опа-на, что тут сейчас контрольная закупка будет, я нет, вот реально человек, хотим купить машину. Мы проходим в кредитный отдел, где сидит девушка Алена, на самом деле девушке могу поставить оценку 5 баллов. Возможно, она понимала, что нам не нужно ничего насчитывать лишнего, возможно, не понимала и всегда так работает. Но факт был следующим. Мы подаем заявки на кредит без страхования жизни, без гапов, без различных там смс-информирований и так далее. Она отправляет их по банкам. И вот что вы думаете, 6 банков, из них 5 дают отказ. Вот никто не захотел из этих банков давать кредит на честных условиях, тупо под процент. Сразу отказ. Был один банк, который сначала дал согласие, но дал согласие со страхованием жизни и с гапом. После чего, примерно через 3-4 дня, мы подались в этот же банк на переодобрение. И тут они говорят, вот смотрите, есть там программа от Hyundai, когда первоначальный взнос должен быть 30%. Наш же человек хотел внести 20%. То есть денег немножко, все как обычно, бюджет вот так вот, тютелька в тютельку, но он должен был внести 338 тысяч рублей на первоначальный взнос. Машина стоила 939 тысяч рублей. После чего ему дают согласие на кредит, где ставка составляла 10,9%, ежемесячный платеж, с учетом того, что в тело кредита мы вкинули сразу каско на 40 тысяч, угон тотал, требования банка, и платеж составлял 19 990 рублей. Суммарно переплат по процентам за 3 года составляла 108 тысяч рублей. И это реально очень круто, при условии того, что человеку 23 года, он работает, но неофициально, скажем так. То есть справки, подтверждающие его трудоспособность, нету. И, соответственно, реально очень хорошее предложение. Но при этом 5 банков послали его нафиг, сказали, мы тебя кредитовать не будем. К чему я это подвожу? Когда вы приходите к дилеру, как минимум попробуйте сделать так. Подайте в один из банков со страхованием жизни, чтобы у вас уже был предварительно какой-то одобренный кредит. А во все остальные банки старайтесь сразу подавать с отказом. Поэтому в этой ситуации вы должны понимать одно, что если вы хотите взять честный кредит, как минимум старайтесь изначально брать его на честных условиях. И как видите, ситуации бывают разные. И вот в нашем случае одному человеку повезло. Для оглашения второй ситуации мы переносимся в мой скромный кабинетик, где я вам хочу рассказать. Значит, смотрите, ситуация произошла с компанией Volvo. Человек решил купить себе новый Volvo XC90. Сдает в автомобиль в трейд-ин, берет кредит. Кредит хочет взять на один год с остаточным платежом умышленно, чтобы каждый месяц он платил маленькими долями, а потом раз и закрыл всю сумму сразу. Его это устраивает, в общем, денежка у него есть. Мы прокатились практически по всем автодилерам Volvo. И тут приезжаем к одному, я его даже назову. Это был Volvo Avilon на Волгоградском проспекте. Как выглядит это здание, вы можете видеть прямо сейчас. И вот тут происходит просто дерзкий обман. По-другому я не назову, но я с этим столкнулся впервые. Смотрите, мы садимся за стол переговоров с менеджером кредитного отдела. Объясняем им, девчонки, нам нужен честный кредит. Сначала они, как обычно, выкатывают предложение с учетом страхования жизни, гапа. В общем, только за эти ненужные нам услуги, которые являются добровольными, они хотели взять переплату в районе 350 тысяч рублей. Как только мы от всего этого отказываемся, ежемесячный платеж составляет 24 тысячи рублей, что человека полностью устраивало, и остаточный платеж был в районе 1,5 миллиона рублей. Его это тоже устраивало. Сумма кредита должна была составить 2 миллиона 250 тысяч рублей. Что происходит дальше? Мы рассматривали два банка. Первый – Unicredit. Обращаю ваше внимание, покажи, пожалуйста, чтобы понятно просто было. Unicredit, и второй банк – это был ВТБ. ВТБ, на самом деле, я вообще за банк не считаю, потому что от него постоянно прилетают не самые выгодные предложения. Очень редко, когда людям везет с кредитом, что он приходит чистый под процент. А Юник, человек устраивал полностью, у него там есть активный кредит, у него там хорошая кредитная история, он говорит, блин, да я уверен, что мне там одобрят. После чего мы отправляем заявку и уезжаем. Проходит буквально несколько дней, мы звоним, спрашиваем, ну где ответ-то, что-то как-то долго затягивается. Они, вот, знаете, от Юникредита вам пришел отказ. При этом, буквально на следующий день, после того, как мы вышли из автосалона, нам приходит положительное решение от третьего банка, Европа. Как вы знаете, кто вообще ездит, считает, там, брал кредит, Европа, в принципе, всем одобряет кредит, только постоянно там есть вот эти страхования жизни и так далее. В общем, что-то они туда донакручивают. Задаемся вопросом, откуда вообще взялась Европа, если мы к ним даже не подавались? Почему от Юникредита, если пришел отказ, не пришло к нам СМС? Все странно. Начинаем смотреть, Европа озвучивает, ну, условно, 200 тысяч рублей переплата. Мы начинаем с ними толкаться, они говорят, ну, ребят, извините, 200 тысяч, либо никак.
сидим, ждем, думаем, что делать, обращаемся еще в один автосалон. И тут нам менеджер нового автосалона рассказывает: ребята, да вас просто-напросто обманывают. Мы как? СМС-ка приходила, нет. Соответственно, есть полное подозрение, что в Unicredit они даже не стали отправлять эту заявку. И так произошло на самом деле. Он подает повторно в Unicredit, ну как повторно, первый раз он, получается, подает, новый уже дилер, в Unicredit заявку на кредит, и нам ее одобряют. Тут же приходит смс там в течение суток, то, что вам кредит одобрен и на очень выгодных условиях от Volvo. Там действовала программа сейчас, но Volvo плюс Unicredit, у них было на один год подставку 6%. А 6%, я вам скажу, это очень круто. При этом они прямо сказали то, что при условии того, что ваш человек, который кредитуется, работает пилотом, это риск для жизни, мы полюбасу вкидываем туда страховку жизни в размере 40 тысяч рублей. При всех общих условиях это было просто-напросто, тьфу, семечко. Объясню почему. За год сумма переплат составляла в районе 100 тысяч рублей с учетом того, то, что есть страхование жизни. Ну, чуть больше 100 тысяч рублей. И владельца это полностью устроило. И мы удивились, нифига себе, думаем, что происходит. Спрашиваем у текущего салона, почему так поступили предыдущие. Он говорит, ну смотрите, им это невыгодно. Он объяснил, разжевал всю эту позицию. Вам я ее пересказывать не буду, это не нужно, это вот лишняя информация. Но факт в том, что смотрите, с чем мы столкнулись. Дилеры в наглую говорят, вам отказали, но вам Европа одобрила. Вы же хотите машину, приезжайте, пожалуйста, берите ее. Когда я позвонил к этим ребятам, говорю, а что за фигня, почему так получается то, что вы врете наглым образом? Естественно, менеджер говорит, нифига себе, да я в афиге, как такое могло случиться, я сейчас пойду разбираться. Якобы пошел в кредитный отдел, там начал наводить шорох, там, да вот, мы все подавали, все было по-честному. Возможно, говорит, этот новый салон подавал с завышенным доходом. Мы говорим, ну какой завышенный доход, у нас приложена справка 2 НДФЛ, все по-честному. Плюс у этого человека есть кредитная история в Unicredit, то есть ты что-то наговариваешь. И менеджер другого салона говорит, 100% пытался вас тупо развести. Поэтому здесь важно понимать, когда вам приходит отказ, по телефону вам говорят, а, вам отказал банк, но при этом вам не пришла никакая смс-ка. Возможно, такое бывает. Тем не менее, на всякий случай перестраховывайте, звоните и узнавайте, а была ли точно заявка подана в банк и вообще рассматривался ли ваш вопрос по кредиту. Собственно, к чему я вас хочу подвести данным видеороликом. Вы должны понимать, что вопрос с кредитом с каждым днем набирает все новые и новые обороты. Дошло до того, что люди приходят брать кредит, а дилер подписывает между ними доп. Соглашение, где указывают, что ты, подписавшись по страхованию ГАП, например, это 100 тысяч услугу стоит, после сделки не будешь ее расторгать. Если ты расторгаешь, то ты должен будешь эту сумму им вернуть. Тебе как бы делают мнимую скидочку при условии того, что ты сделаешь ГАП, и при этом тебя подписывают, не дай бог ты вернешь бабки, попробуешь точнее их забрать, должен будешь вернуть вот эту разницу по скидке. Поэтому, друзья, будьте начеку и понимайте одно, что получить кредит на честных условиях сегодня это реально нужно постараться и побегать. Если вам приходит одобрение в течение 30 минут, где вам говорят, да, все классно, приезжайте, вам одобрен кредит, можете забирать автомобиль, как правило, в 99% случаев этот кредит с доплатежами. Если вы хотите получить честный кредит, на это уйдет как минимум 2-4 дня, это активные работы. Если менеджеры постоянно с вами взаимодействуют и подают заявки. Но в большинстве случаев, когда они понимают то, что ты хочешь честные условия, им это невыгодно, они расслабляются, подали заявку. Ну да, да, подали, на самом деле нифига они не подали. Таким образом, вы услышали две реальные истории, которые происходили в Москве в 2018 году в сентябре. История с Солярисом закончилась, машина уже катается, с Volvo пока что битва еще продолжается, сделка намечена на 1 октября. Друзья, рассказываю вам это не с точки зрения сам себя прорекламирую, что я там чем-то занимаюсь, нет, даже не буду ничего говорить, никаких ссылок на себя не оставляю в описании. Доношу до вашего сведения, чтобы вы, просмотрев этот видеоролик, знали, как сегодня обстоят дела на рынке, если вы покупаете новый автомобиль в кредит. Вторая ситуация. Вы скажете, лучше всего покупать за наличный расчет. Так вот, есть уже готовая история, когда человек пришел в автосалон, говорит, машиночку хочу. Ему называют условия, говорят, вот, классно, подарок тебе, каска, техническое обслуживание, скидку дадим, сигнализацию поставим, но нужно подождать месяцок, пока машинка приедет. Естественно, человек говорит, ну, блин, ладно, подождем, подписывается и ждут. Проходит месяц, проходит два, машина приезжает, а скидки уже отменились. Про это мы тоже можем снять видеоролик и рассказать вам, что такое бывает и как это происходит. Вы должны понимать, что обманов от официальных дилеров сегодня очень много. И ноги растут, как вы думаете, от кого? От перекупов.
как-нибудь мы запишем отдельный видеоролик, где расскажем, чему же наши официалы научились от серых дилеров, перекупов, как угодно их можно назвать. Друзья, если вы скажете, а где пруф, почему ты не приводишь какие-то подтверждающие документы, если я это буду делать, ролик получится на 40 минут. И вы скажете, нахрена же было снимать 40 минут, когда все это можно было рассказать в 15-18 минут, как мы сделали это сейчас. Поэтому все те, кому нужны пруфы, пишите мне, буду вам лично все высылать на электронную почту. На этом у меня пока что все. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментариях. Если вы вдруг столкнулись с какой-то необычной ситуацией, обязательно пишите, чтобы мы придали это дело огласке. На этом все. Всем пока-пока.